Коронавирус – это, так сказать, коронный вопрос для Белорусского Красного Креста. Даже при многолетнем опыте работы стал серьезным вызовом. Ведь это была совсем не та ситуация, в которой уже выработаны четкая схема действий и система реагирования. Но именно этот вызов помог сплотить всех партнеров Красного Креста, объединить ресурсы, чтобы оказать качественную помощь тем, кто нуждается в этом больше всего. За прошедшие 2 года сотрудники Белорусского Красного Креста, волонтеры, медики, социальные работники стали одной командой. Красный Крест включился сразу с первых этапов, как только у нас возник ковид, потому что первый период был достаточно сложный, когда первая волна была, для системы здравоохранения пошла колоссальная нагрузка. Мы помним, у нас не хватало и средств реабилитации, и средств индивидуальной защиты, у нас не хватало специфических аппаратов для того, чтобы мы помогали нашим пациентам уже реабилитироваться. Поэтому Красный Крест оказал значительный вклад, материальный в том числе, потому что вот мы сегодня могли видеть, более 830 тысяч белорусских рублей было потрачено только на закупку средств индивидуальной защиты и более 1600, если точно, вернее, 1 643 000 было потрачено на закупку различных аппаратов и оборудования. С самого начала ковидной волны пожилым, одиноким гражданам доставлялись продукты и лекарства, решались неотложные для них дела. Были организованы дежурства волонтеров в колл-центрах, оказывалась помощь медработникам. Очень важное направление и пропагандистская работа о необходимости вакцинации. Так, волонтеры дежурили на 16 пунктах вне учреждений здравоохранения. Было изготовлено немало наглядной агитации, которую размещали в многолюдных местах. Информировали граждан о необходимых мерах безопасности. В частности, в общественном транспорте раздавали листовки, защитные маски. Наши волонтеры, наши сотрудники Красного Креста помогали в доставке людей на вакцинацию, на пункт вакцинации. Это была достаточно такая сложная работа, но, в принципе, мы все достойно с ней справились, потому что мы организовывали собственным транспортом доставку людей на вакцинацию из трудноудаленных мест, либо же наоборот бригады наших медиков, которые проводили вакцинацию, доставляли этим людям. И вот это вот взаимодействие системы здравоохранения дало положительные результаты. По городу Бресту более 5000 человек, которые и по Брестской области, которые были доставлены сотрудниками Красного Креста на вакцинацию, либо даже уже на ревакцинацию, потому что мы работали больше года в этом проекте. Это говорит о том, что мы в том числе еще активно включались и в борьбу с ковид-инфекцией непосредственно уже собственными руками. Вся работа Красного Креста в период пандемии была озвучена и оценена. На итоговом мероприятии, которое прошло в рамках проекта Красного Креста «Беларусь. Меры по реагированию на вспышку COVID-19». Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского Красного Креста, подчеркнул, что работа в данном направлении не прекращается и в наступившем году, ведь мутирующий вирус еще не отступил. Я хочу сказать слова благодарности всей команде Красного Креста Брестской области за то, что было много неравнодушных людей, особенно из числа студентов, школьников, из числа пенсионеров, которые оказывали помощь своим, ну как, наверное, коллегам по возрасту, можно так сказать. И действительно, этот результат себя не заставил долго ждать, и, как мы видим, что данная проблема уходит немножко на убыль. И поэтому мы будем надеяться, что благодаря вот такой слаженной действиям всего нашего общества, мы и в дальнейшем можем противостоять любой угрозе, которая может возникать. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».